Орал песни. Указ знаешь? Знаешь указ. Ну вот, посидишь, пометешь асфальт и поумнеешь. Ну так я же от радости пел. Но потом я хорошие песни-то пел. Ну узнает, наверное, на 15 суток. Товарищ младший лейтенант, ну прошу вас очень. Ну будьте человеком, не пишите Все, протокол. Все, некогда мне с тобой. Ну прошу вас. Что сделал этот гражданин? Что сделал, то и сделал. А ваше какое дело? Интересуюсь. Дома интересуйтесь, защитничек. Минутку, минутку. Прошу. Дежурный по отделению Молочков. Что сделает, товарищ? Напился. Хулиганил? Песни орал. И все? Но он громко орал. Говорит, у него ребенок родился. Говорит или родился? Говорит. Так позвоните в роддом, узнаете. Слушаюсь. Роддом! Это из милиции. Из милиции говорят. У вас Ярцова. Да Ярцева. Ярцева. Родила? Какие песни пел? Мы с тобой два берега, Харликина. 4 килограмма 300, ну. Роди такого. Черт меня дернул. Ничего, никакой тебя черт не дернул. Родила? Иди. Иди домой, иди к жене и пой. Громко пой. Как... А документ есть? Документ, говорю, есть? Что, у вас ушей нет там, что ли? Поздравляю, спасибо. Поздравляю, праздник. Что? Спасибо. Ага, мальчик. Иди, иди. Молочков. Я. Вы знаете, за что нас называют легавыми? Не знаете.